Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, воскресенье. У нас тепло, но витрина, наверное, будет даже не слышно. Такой ветер, вы не представляете, с ног как говорится, сшибает. На минуту останавливается, потом опять. Вот я быстренько сейчас, как успокоилась, сразу начала снимать. Друзья, ну что, воспользовалась я хорошей погодой. Смотрите, приделала сегодня сколько дел опять. Сейчас уже иду домой, устала. Вот, все короба у меня подготовлены. Вот там два короба. Я подсыпала туда. Вот вчера вам показывала землю, два купила. Потом сходила, еще докупила. И во вторник схожу еще раз, потому что мало. Быстро как бы вот по одному мешку в один короб. Перемешала с той землей плодородной. В общем, земля, друзья, просто шикарная с того года. Я сюда еще горчицу, как сидираты, высаживала. Вообще просто земля, как пух. Вот, перемешала еще снова этой землей. Как я вам и говорила, вот, 3 франка стоит мешок. И за год он вообще просто превращается, как говорится, в шикарную землю. Так как у меня здесь я потом замульчирую еще и травой. Вот, сидираты высаживала, листья насыпала, но в эти короба нет. Вот, вот эти два короба у меня были без листьев, а вот эти 4 с листьями. Друзья, и также у меня вопрос. Вот смотрите, вот эти короба, где листья были, в некоторых местах, вот смотрите, когда я раскапывала землю, у меня на ней внутри такой под листьями был белый налет. Не знаю, что это такое. На триходерму вроде не похоже. В общем, кто знает, друзья, пишите. Вот, земля тоже здесь просто шикарная. Здесь я засыпала тоже этой же дешевой землей. Но вот видите, за сезон она просто вообще на глазах, как говорится, меняется. Ну, посмотрим, что будет расти и как расти в этой земле. Я хочу еще тут добавить потом, вот тоже перемешать для объема с мешком земли каждый короб. Ну, в общем, вот, друзья. Здесь я уже все убрала. Остался мне один угол. Вот. Там тоже все розы почистила. Кроме этого, вот смотрите, как зарастают сорняками. Ну, это вообще... А вы мне еще говорите, сорняки не выбрасывай. Да, их надо вообще, как говорится, быстрее из огорода вытаскивать. Я с ними замучилась уже. Вот, смотрите. Мои розы вроде ничего. Зиму пережили. Этим розам, по-моему, года 3 или 4. Нет, 3. Вот сюда я еще досыплю тоже землю. И высажу цветы. Куплю рассаду, уже готовую в магазине. Ну, также еще буду у себя дома такетисы. Бархатцы буду высаживать. У меня много семян разных. Вот, друзья. Ну, все, в принципе, у меня уже все чистенько. Вот той грядки, где у меня было много листьев, друзья, я их немного подожгла. Ну, так, слегка. Потому что витрина такой, они быстренько так огонь. Не все, конечно, сгорели, но у меня и не было как бы. Не хотела я, чтобы они все сгорали. Ну, так, просто, чтобы маленько объем убрать. Потом перекопаю все это с землей. Вот, друзья, так, сейчас, как всегда, посмотрим температуру. Я работаю вообще в одной кофте. Не холодно, друзья. Вот, смотрите. Тепло, но вот витрина, он то успокаивается, то потом вообще тут такой начинается. Все летает. Вот. Вот, смотрите, друзья, сколько я тут уже мешков припасла. В общем, на следующей неделе мой ребенок Томас старший, у него неделя выходных. У него было много заработанных часов, но вот он решил неделю как бы отпуска взять. Вот. И буду уже потом вот эти черные мешки прямо ставить, вот эти покупные, и вместе с ним будем вывозить. Пусть они как раз еще отлежатся здесь пару дней, объем уменьшится. Ну, в общем, буду все это вывозить. Также, смотрите, я сложила все эти, эту пленку старую. Тоже я ее буду выбрасывать в мешках. Ну, в общем... Все, друзья, сегодня порядок немного навела. Ну, в общем, каждый день, как я вам и говорила, потихоньку прихожу и убираюсь. Друзья.
хорошо у меня, вот смотрите, уже бутончики. Вот цветочек мой. Вообще, представляете, никуда не убирала, ничего, как говорится, не закрывала. Вообще обрезала весь осенью и все вот. Уже, как сказать, не погиб. Даже вон, смотрите, как. Правда, в том в году у меня его слизни поели так очень сильно. Но так, эта черника тоже, вот смотрите, листочки даже пошли новенькие, но вроде приживается. А той, вот как я вам и говорила, надо было в принципе, хотя вот смотрите, тоже какие-то есть, какие-то вот совсем. Ну, посмотрю. В общем, в этот год уже менять не буду. Здесь тоже какие-то есть. Я ее удобрила. Подкислитель подсыпала. Ну, так что посмотрю, мало ли. Может, еще в этом году очухается. А на следующий буду заменять. Я не могу уже, как говорится, сразу 5 кустов. Тем более, вы сами видели, сколько у нас это стоит. Ну, вот один кустик в этом году. На следующий год, ну и то буду наблюдать. Мне кажется, в этом месте не нравится голубики расти. Может, даже в этом уберу ее вообще всю. Что-то она здесь плохо растет. Вот здесь, например, просто шикарно. Видите, я вам уже много раз показывала. Это вообще тоже у меня новенький кустик. И тоже, смотрите, неплохо здесь вроде. Но это такая красная ягода. Не синяя, а красного цвета. Не знаю, как называется даже, господи, друзья. Ну вот, друзья, показала вам тут, что я опять сегодня поделала дела. Каждый день что-то делаю. Прихожу на пару часиков, поделаю дела и домой. Как устану, домой. Вот. А если за один день, за два все сделать, потом чем буду заниматься, как говорится. Вот, друзья, также у меня тут надо будет, вот, как сказать, убрать... Здесь все. Это мои пионы, смотрю. Не погибли тоже. Год им получается. Розы. Ну, в общем, здесь надо убирать эту вот всю эту вот это дерево. И заменять. Там у меня черное, видите, тут материал. Он уже весь старый. Года 3 тут все лежит. В общем, ну это уже в самом-самом, когда уже все приделаю, все дела. И уже буду здесь все чистить и убирать. На следующей неделе у нас передают тепло. Скорее всего, высажу лук. Севок. Я вам показывала, что в Германии купила картошку. Посею морковку и свеклу. Вот, друзья. А это у меня грядка ждет гномов. Еще даже не решила, что на какие грядки. Обычно я всегда как бы план составляю. Что на какие, ну, в какие грядки, в короба, что высажу. А сейчас что-то не решила. В этом году хочу посадить побольше томатов на улицу. Так что посмотрим, друзья. Также капусту хочу. В прошлом году мне понравилась китайская капуста. Чинаколь у нас называется. И вот фиолетовая, что я вот сама посеяла, 6 штучек оставила. Ее посажу. Но если что, мало ли... Не получится у меня эта капуста, то у нас рассада, сами видели, уже давным-давно продается. Так что особенно белокочанную, скорее всего, даже не буду. В прошлом году она мне не очень удалась. И как бы, и, ну не знаю, мороки много, вредителей много. Все это как бы затратно в плане не даже денег, а вот и время, и мороки с ней. Пойду лучше куплю в магазине и все. Вот. Самая моя лучшая культура это томаты. Перцев, правда, в этом году тоже немало. Ну, в общем, будем все смотреть, друзья, наблюдать. Ну что, друзья, на сегодня все. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Желаю всем хорошего дня.